прошлом я сам, правда, футболист, не хоккеист, но за хоккей всегда болел, кажется, знаю много о хоккее. Вот. Хотелось бы пожелать нашему хоккейному клубу «Донбасс» только побед, как можно быть больше, стать чемпионами, ребятам попадать в сборную Украины, представлять нашу страну, ну и, кажется, процветать. Подскажите, в вашей школе какое отношение у детей к спорту? Ну, думаю, с этого дня у нас и к хоккею больше проявится интерес. Вот. Ну, а дети у нас занимают довольно-таки неплохо призовые места. Часто густо бывают и первые места, это самое, по разным видам спорта. Ну, в принципе, дети относятся как к физкультуре, к спорту очень даже доброжелательно. Практически это самые такие, кажется, встречи с ребятами, тем более, если тебя уже ребята знают, как говорится, по фамилии, что это, естественно, толчок. Толчок для того, чтобы есть, как говорится, пример, идеал какой-то, куда можно стремиться, какая-то цель, а не стать перед собой, естественно, стремятся к лучшему. Ой, нам очень понравилось. Хотим, чтобы к нам такие люди приезжали почаще. Вот. Интересно задавать им всякие вопросы. Интересно узнать про их жизнь, потому что мы же не можем стать такими же. Может и можем, мы узнаем их секреты. То есть родители его записывали, или он сам этого захотел, или брат втянул его в это. Ну как бы все интересно. Колхозе вид спорта какой у нас такой. В натурне как там поджимался, там побегал, попрыгал, там лопата где-то надо поработал, там сено положил, туда воды принес. Ну, вот так вот. А если честно, их на память я не помню, но как? Ну, играют они вообще, как, ну, можно сказать, что молодая команда, а играют как профессионалы. Ну, хорошо играют. Ну, первый раз я хоккеем, я был в Донецком стадионе, когда все, что случилось. И вот оттуда я уже узнал про хоккей. Сейчас за Донбассом следишь? Ну, не особо, но некоторые матчи, красивые моменты смотрю. Приятно ли вам, когда в школу приезжают спортсмены и рассказывают о своей жизни? Да, это очень интересно. Мне понравилось. Удачи! Она им понадобится.